Петрович, ваши комментарии по сегодняшнему. Ну, комментировать можно сказать, наша команда играет под лозунгом «приходите, с нами не соскучишься». Вторая игра, 3-3, сейчас 5-3. То есть, я говорю, как бы по игре в атаке вопросов нету, в обороне пока тенденция, которая в предсезонке была, то есть пока мы не можем еще устранить эти проблемы, но я думаю, в дальнейшем будет с каждой игрой все лучше и лучше. А так, первый тайм хороший, живой. Второй тайм немножко удаление, наверное, сыграло не на руку нам, потому что мы как-то очень вальяжно стали играть. Ну и потом пошли потери в ненужных ситуациях, контратаки соперника, получали ненужные голы. Первый тайм получился как на качелях сначала. Наша команда отыгрывалась, потом Соловья отыгрывалась вот по этому отрезку. Ну, я говорю, веселый тайм, игра была, в принципе, мяч не задерживался в средней линии. Мы играли в атаку, они играли в атаку. Ну, я говорю, болельщикам, наверное, это очень понравилось. А пропущенный мяч в самом начале как-то повлиял на игру? Ну, я думаю, наоборот, наверное, подхлестнул нас. Понятно, что в начале игры пропускать и пропускать свои ворота, автогол неприятно. Но я говорю, ребята молодцы, наоборот, этот гол придал должный импульс им. Твой комментарий по сегодняшней игре? Ну, я очень доволен трудной победе. После того, как мы неудачно стартанули в матче с Арсеналом, мне кажется, приятно дома выиграть. Болельщикам приятно, в конце концов. Положительные эмоции. Какой тайм запомнился больше тебе? Ну, мне кажется, что первый, естественно, потому что такое обилие мячей. Сам забил два, и мне кажется, первый. Сегодня три пенальти, удаление. Можно сказать, что игра грубая была? Ну, я бы не сказал, что она была грубая, как... Все тренера говорят, и мы сами понимаем, что это дерби. Все хотят кому-то что-то доказать. И так вот сложилось. Сегодня два пенальти в нашей команде. Сначала ты реализовал, Емельянов. Есть штатный пенальтист в команде? Или это в процессе? Это определяется тренерским штабом. Перед матчем они называют фамилию человека, который будет бить. Теперь же поменяли, так как я уже пробил. Тренерский штаб решает в основном. А чем соперник запомнился сегодня? Много ли сложностей было? Много борются, много сами не дают нам особо с мячом играть. Ну, скорее всего, вот эти.